сегодня поговорим о тех вопросах, которые крайне необходимы на сегодняшний день в связи с продовольственной безопасностью и задачами, которые определил президент в 2024 году, нарастить, соответственно, торговую массу как по зерновым, соответственно, так и по пищевой перерабатывающей промышленности, в том числе вопросы экспорта АПК, которые мы обсуждаем, в том числе на нашем регионе, соответственно, всю неделю сейчас с губернатором в отношении того, что как мы дальше будем двигаться, какие необходимы, соответственно, инструменты. И вот один из основных и ключевых и важных вопросов, соответственно, это продовольственная безопасность в лице ветеринарии, соответственно, и Россельхознадзор, это те основные две структуры, которые контролируют, соответственно, безопасность товара и формируют разрешение экспорта его. Также мы сегодня поговорим про то, как необходимо на сегодня выстроить взаимоотношения и проходит определенная реформа, скажем так, между двумя этими структурами, Россельхознадзор и ветеринарная служба. Перераспределяются определенные полномочия, контроль уходит, соответственно, на федеральный уровень, именно передается полномочия Россельхознадзора. И сегодня как раз мы тоже поговорим о том, кто из структур, какие функции, соответственно, должен выполнять и какие, соответственно, между ними должны происходить пути взаимодействия.